Здравствуйте, меня зовут Евгений, я менеджер салона гитары, комплектующих «Маэстро». У меня в руках гитара Черниговской музыкальной фабрики лимитированной серии. Довольно интересный инструмент. У него пластиковая дырка, что дает ей необычное звучание. Новые колки стоят, новые металлические струны. Данный струнозацеп тоже необычен для черниговских гитар. Получается, запирающие колочки распределяют нагрузку струн так, что струнодержатель практически невозможно оторвать. Вот, послушаем звучание.